27 июня в Димитровград прибывает чудотворная икона из Жадовской пустыни. В нашем городе святыня проводит до четверга. С 3 часов до 6 вечера икона будет находиться в храме Георгия Победоносца, что в соцгороде. Потом ее переведут в Спасо-Преображенский храм на площадь Советов. Здесь к святыне можно приложиться до полудня четверга. В наш город икона вернется 1 июля. Ее поместят в Свято-Никольский храм.